Итак, друзья, после совсем небольшого перерыва мы вновь готовы врываться в доту, врываться на драфты карты Талон против Тундра в рамках группового этапа Riot Masters. Ланигира и Дабл Ди по-прежнему с вами. Совершенно верно, сейчас нужно Талон сделать выводы по поводу прошлой карты, мы уже это в конце прошлой накинули нормально обсуждение, но надеюсь, главное, что не будет Ман Кинга второго подряд. И 23-й придумает что-нибудь новенькое, интересное. С центра тоже что-нибудь помимо квапы выудят для себя. Потому что как будто вот прошлое, да, 2-0 пусть и против Secret, было весьма интересно наблюдать. Здесь как будто бы совсем растерялись ребята. И не знали, что такие герои в доте существуют по типу Тимбера. И не знали, как его останавливать. Поэтому для них вот этот микроперерыв, наверное, еще сложнее сейчас дастся. Для их менеджмента, тренеров, как вот этот вопрос решить. Потому что, как бы, у Тундры все нормально. Они могут пикать то же самое, как будто бы, и оно работает. Если им вдруг эту опцию предоставят. Поэтому, почему нет? Ну, если Талонам надо что-то выдумывать, то вам, дорогие друзья, ничего не нужно выдумывать для того, чтобы выиграть поездку на Инт, Джерси, ГГ или Тундры, или новый iPhone, PS5 или что-нибудь еще. Ведь есть розыгрыш, для которого нужен всего лишь билет. А как его получить, можно узнать по баннеру в описании. Итоги для вас будут подведены 7 августа в телеграм-канале Paragon Events, так что участвуйте. Совершенно верно. Грамотно все рассказываешь, что тут ребята... Тоже, не только вот, самый главный момент, да, когда игроки сражаются за призы, и вы тоже можете сражаться за призы, это прям супер шик. Спасибо большое Riot, и вот, что Paragon таки разгон делают, поэтому можно, вот, знаешь, окупается просмотр, что можно вы смотрите... почувствовать себя игроком немножко. Да, да, такая история, что вы смотрите там 6 параллельных трансляций, а в итоге внутри какая-то пустота, знаешь, такая есть. Как будто сам это играл, а за это ничего нет. А тут ты и смотришь игры, и можно еще что-то за это получить, поэтому вообще сказка. Так что обращайте внимание, в описании много очень классных ссылок, поэтому не пропускайте это мимо себя. Какие опции могут быть? Смотри, сейчас, если мы баним Тимбера, будет ли... У нас много мемов было по поводу Тундры и 33-го на Думе. Как ты вообще считаешь? Будут ли пытаться они рейтить что-то с этим придумывать? Потому что Тимбера, я думаю, они все-таки в первую фазу убирать будут. Дум. Ну, Дум, опять же, для 33-го самый играбельный персонаж за последнее время. Вот наибольшее количество игр именно на Думе это отыграл. Вот, так что почему бы и нет. По поводу Тимбера здесь двоякая ситуация. С одной стороны, ты не хочешь признавать, мне кажется, что боишься этого персонажа, и можешь такой, да я его законтрю. А с другой стороны, ну это может стоить тебе еще одной игры, да. Не знаю, вот это постоянная борьба с ветряными мельницами, что мы сейчас будем контрить, вот первую карту не законтрили нормально, а второй точно законтрим. Это всегда выливается в то, что вы создаете себе лишние проблемы, чем просто его забанить, естественно. Либо забрать себе, само собой. Такая история тоже есть. А, там зависит от того, кто себе что фпшнет, там монетка разрулит вопросики. И кто будет фп, там кто second pick. Ты вообще как вот считаешь? Second pick многие сейчас котируют как более эффективную стратегию, но тогда вы не сможете забрать Тимбера, если он будет не в бане. Как будто бы, на мой взгляд, более эффективен закрывающий драфт. То есть second pick. Last pick. Или... Да. А. Ну, оно как бы... Оно и second, и last draft, оно и в одном. Да, хотя да. И тут у меня иногда проблемы бывают. Я до сих пор удивляюсь, как вот там игроки и так далее. А, он взял там на 17-й, там, на 17-й. Я думаю, господи, надо же посчитать, куда это, где, кто это, какой это герой. Не, ну, это вопрос привычки, на самом деле, мне кажется, наш. Вот, 17-й, 18-й, поехали. Там цифр-то не так уж много, чтобы запутаться. 24. Ну да, да, страшно. Ну слушай, двухзначное число уже. Это уже считать плохо. Надо уметь вообще дальше 10. Меня не обучали, я чисто говорить только могу. Ну, мы поэтому тут и сидим, да, они там играют за 15 миллионов, как бы здесь вопросов никаких нет. Сумел досчитать до 24 и красавчик. Окей, мы выяснили, что Тимбер проблема. Какая еще проблема была на прошлой карте? Бэтрайдера, вот интересно, что они прям взяли такой жесткий костяк у них получился. Панга, Бэтрайдер, Тимбер они открыли первую тройку. Удивительно, что допустили такое, да, что вот кто-то из этой троицы обычно всегда в бане, тут уж все три приехали. Но что пошло не так у Найна, на твой взгляд?
Проблема ли это героя, или все-таки просто на карте не пошло? Да, ну все пошло не так. Ну, тяжело играть, когда вот противник, очевидно, взял себе героев, которые ему суперкомфортны, в которых он уверен, которые в мете, и ты прям вот смотришь на драфт, и даже если ты не профессиональный игрок, ты такой, блин, ну вообще-то мощно. А профессиональные игроки, они смотрят и думают, вот это мы сейчас развалим. Потому что они еще и, по-моему, все этого умеют играть на этих персонажах, понимают, как они все работают, тренировали все это. Ну и вот здесь, конечно, на мой взгляд, ответственнее нужно подойти к стадии драфта в целом. То есть не только там какие-то Monkey King и Тимберсо, но комплексно нужно более ответственно драфтить героев и банить героев. Есть такая история, потому что пикнуть героя недостаточно, желательно, чтобы они еще работали впятером между собой как-то неплохо, и можно было с ними какую-то стратегию придумать. Потому что вот история с тем, что стратегия-то у команды Talon была вроде даже неплохая, там и блэкхоллы, и суниквейвы, и арены, но это вновь отсылает нас к первому Best of 2, где у Spirit такая же история была с аренами, Марс, вот эти все комбинации какие-то. А их соперники, да, Evil Geniuses, взяли просто себе вот эти пикоферы, там, Бэтрайдер, Легионка, Пангольер тоже, по-моему, там же был. И очень неплохо проехались, чисто вот то, что ты отмечал, заруинить все три линии сопернику попытаться. Притом, как не сказать, что прям жестко заруинили, там они целенаправленно начали работать против этого Monkey King, постоянно его выискивали. И это, наверное, отсылает нас к тому, что вот эти скаутеры, и, возможно, поставь аниманки на саппорта было бы чуть получше. Ну ладно, это уже другая история. Вот эти скаутеры, этот Клинкс, который просто какие-то невероятные вещи делает и раздает еще и урона дополнительно к этому. Удивительно, что здесь мы как-то вот, ни те, ни другие про него не вспомнили. Возможно, сейчас вот к этому обратятся, что вот будет скаутер какой-то, и кто-то, кто сможет подключиться, в идеале прилететь, погангать наконец-то. Ладно, все, зачеркиваем, выбрасываем эту телегу, которую мы сейчас навалили, это Тимбер ФП для тундры. Ну, за контрим, говорят, Талон, что можно сказать. Ну, опять же, Тимбера чем можно забирать? Каким-то большим количеством магического урона, да, Тимбер может сделать себе лотус, пайп, там все вот это вот, но, тем не менее, это не спасает его полностью от того, что происходит на карте. Так что всегда варианты есть попробовать вот забить слабостями Тимбера, этого Тимбера. Сейчас узнаем, пока что берется Шторм, герой, который может неплохо прилететь и действительно погангать этого Тимбера, чтобы как-то не дать ему слишком уж хорошо себя чувствовать на линии. Но пока все выглядит очень-очень сомнительно. Дважды одну и ту же палку себе засовывают в колесо ребята из команды Талон. Ну, возможно, В колесо ли? Что-то вообще не ясно. Не ясно зачем. Вот они забанили Дарксира первым. Я, конечно, понимаю, страшный герой, как будто бы. И, понятное дело, ты боишься 33-го, что он тебя уничтожит. Но есть герой, который только что тебя уничтожил. Вау, и Думчик. Угу, и Думчик. Но, опять же, Тимбер для Найна — это один из самых частых пиков тундры. И вот сейчас мы, судя по всему, этого Найна на этом Тимбере и увидим. Возможно. Тогда будет еще страшнее немножко. Ну, сейчас они уже видят мидера, поэтому почему бы не попробовать. Вполне себе, вот мы как раз обсуждали Дума для 33-го на ныле. Или это может быть Doom Support, кстати, как тебе такая опция? А есть ли смысл? Ну просто, с одной стороны, у ребят, конечно, сейчас возможностей для фарма очень много, потому что карта большая, и ты можешь куда угодно рвануть, и, скорее всего, там не будет твоего кэрри, который фармит, и ты можешь зафармить кэмп, никто тебе слова не скажет. А с другой стороны, Doom Support вынужден брать другие артефакты. Но он не может позволить себе сначала там и медасик, потом еще на разгон что-нибудь, потом еще. Нет, все-таки ему нужно более активно играть. А Doom 3 как раз может себе позволить вот 15 тысяч нетворс иметь, с которыми он еще не до конца идет драться. Есть такая история. Не, ну, значит, типа, технически он может себе это позволить, но команда косо на него посмотрит, скорее всего. И не одобрит такие действия. Бэтрайдер тоже вот подобрали сейчас.
хоть что-то пытаются из прошлой катки подрезать ребятам. Сами же забанили Энигму, раз ни себе, то никому. С ним не будем пытаться показывать. И посмотрим, кого ФПшнут Талон. Что у них сейчас есть опция закрыть второй пик, увидеть двух героев. Возможно, откроется с какого-нибудь саппорта по типу Рубика. Будет очень неплохо похищать и Дум для себя. Дело приятное. Не всегда Думу успеваю там что-то прожать после него. Тем более, что мы только что видели, как Рубик похищает себе Rolling Thunder. Поэтому, как бы, ну, нормальный парень. Ну, успеет среагировать. Добрался я до статы. Найн на Тимбере сыграл за последние 3 месяца 10 официальных матчей со статой 6-4. И, соответственно, это наиболее для него часто выбираемый герой. На втором месте Пангольер. 9 матчей, 8 из которых оказались победами. Вот такие дела. Даже здесь победная была, хотя вот не внушал уважения как будто бы Пангич. Ну, по крайней мере, прошлой карте. Тимбердум. Ну вот опять тоже смотришь, Тимбердум вроде и жадновато, но если выиграть линии, то и пусть будет. Действительно, просто выигрываем линии тогда и играем нормально, как завещал чатик. Просто играйте нормально и выиграйте. Играет БС, нормально. Это тоже интересно. Ну, Тимбера не хочется против БС играть, наверное, плюс 23-й на БС. Имеют неплохую статку, несмотря на то, что сейчас винрейты не внушают опять страха и трепета перед этим героем. Но все еще остается проблемой. Интересно, кого еще? Саппортиков теперь можно добрать тундре. Опять же, если мы предполагаем, что Doom 3, Timber 2, то нужны саппорты. Кто-то, кто не супер страдает от сайленсера, это может быть даже Enchantress, например. Есть она в банах? Нет ее в банах. Еще может быть. Вот. Undying всегда остается. Undying, кстати, он до сих пор не в бане. Он до сих пор не в бане, да. И это ошибка. Он появится. Он появится в бане. Но его могут талоны себя забрать в идеале. Попробовать. С ФП во второй фазе за ними. Опять саппорт и сайленсер Undying у тебя будет. Опять 0 станов. Ну как? Ну нельзя. Тебе нужны станы, чтобы справляться с Тимбером. Хотя бы с Тимбером. А там помимо Тимберов еще будут герои, я слышал. Есть такая история. Вот и задумались, кого же они не хотят видеть против себя. Undying вот как раз забанили. И себе, видимо, Рубика. Да, поехали. Ну то, что мы обсуждали, сейчас воруется Doom. И понеслась. Ну, Рубик хороший выбор. Это и стабильный довольно герой на линию, пусть и не какой-то жесткий убиватор на этой линии в большинстве случаев. И по игре тоже крайне полезный персонаж при практически любом раздрафте. Вот ему буквально там линзу даггер и уже хорошо. А можно даже и без линзы, потому что она сейчас несколько мертвый артефакт. Обидно за линзу, кстати. Есть такая история тоже. Ну, нейтралку там выбил и нормально сидишь. Хоть его тоже порезали. Но она хотя бы слот не забивает, денег ты не тратишь. По поводу саппортов для тундры, можно и всегда вспомнить про Ская, который очень неплохо печать у шторма заткнет. Если вдруг Doom будет потрачен или где-то еще там затеряется, то такая мини-демо-версия Дума в наличии будет со стороны Скаймага. Ну вот Текес, его, конечно, нерфили, но он, на мой взгляд, все равно довольно страшен. Опять же, довольно серьезный бёрст магический урон, против которого не всегда ты успеваешь что-то сделать. Ну и оглушение какое-никакое имеется и так далее. Но пока террорблейды себе забирают, саппорты остаются на потом. Саппорты — это не про тундра. Тундра сразу себе распикивает трех коров и поехали, что останется на ласпик. Побоялись, что забанят уже во вторую фазу наверняка. Коров все меньше, хотя команда Талон... По керри-героям конкретно никого особо не забанило. И Леончик. Пойдет. Ну два, да, контроля. Про Леона как раз говорил ты в прошлый раз, что вот хороший герой. Леон вот у нас вылетело название команды, там прям кто-то рейтит его, Крит, что ли, постоянно на Леоне играет, по нему постоянно все шутят. То есть это как бы первое, что приходит в голову, когда тебе нужен контроль, потому что у него два контроля. И как бы одним... выстрелом двух зайцев подрезаешь. И поэтому Леон нормальная тема. Ну, тем не менее, Леон без слотов все еще
хороший саппорт, но без урона практически. То есть вот ты думаешь, ну, как без урона, у него же там ультимейт. Он же там как всадит тебе палец, так не вынешь. И с одной стороны да, а потом смотришь рекапы по игре, и у Леона немного, если там аганима какого-то нет. У него два спала без урона вообще. О, поехали. Все, да, мипаречек. Так, ну что, это, по идее, третья позиция должна быть. Еще на Last Pick талоны могут чем-то удивить для 23-го. Мипарь не так часто, на удивление, появляется, как ожидалось, хотя он сейчас тоже поднялся в рейтинге, так называемом, и пробует его использовать на эту третью позицию. Но все равно тут Тимберсоу пилой пройдется по всем, неважно, сколько вас там штук. Сетка как будто бы неприятна, да, тот самый контроль. Но не панацея. Вот смотрю я опять же, с учетом стадии плей-ин, Мипа 8 раз выбирали. 3 победы, 5 поражений пока на данный момент у этого героя. Не самый впечатляющий винрейт, прямо скажем. Такая история. Все еще доставляет много проблем по игре, и тебе против него некомфортно. План минимум он выполняет. Да, ты вынужден на него обращать больше внимания, чем на других персонажей. Да, на любого другого, как бы, соло-персонажа тебе с ним приходится считаться. Если, конечно, ты не прям в салат выигрываешь линию, и Мипа бегает там 5000 на 15-й, ты такой, ну ладно, это вроде не страшно. Так, минус Элдер Титан, Underlord Beastmaster на последние баны. Саппортика четверки не хватает, да, для тундры сейчас? Четверка для тундры, предположительно, в линию к Думу. Ренжевой саппорт со станом какой-то. Есть такое интересное у нас? Мирана, технически. Но... Мирана, интересно. Можно ли взять здесь... Да нет, нельзя. А можно милишного взять? Можно опять Баратрума какого-то взять просто и идти разваливать? Да, можно. Можно барабанщик, почему нет? Есть еще шейкер, как опция такая вот, старая, добрая. Шейкер, интересно. Таск. Но, опять же, два милишника на линии, насколько хорошо себя будет чувствовать. Но таск звучит хайпово, из-под сетки мипа вытягивать людей. Да, таск, кстати, тоже. Шаде. Видел, что некоторые... тренируют. Шаде, вот, по идее, на поверхности должен быть. Если всех перечисленных вспоминать, у Шаде должно быть самое популярное число пиков банов. Они вот забанили Лича. Побоялись, что он станет проблемой против Мипаря, его Чейнфрост. Как будто бы не хочется расконтролировать Мипарей. Вообще, Снэйкинг... Чен. Ну вот Чен, я против Чена. Хотя, опять же, тут зависит от того, как на нем отыграть. Я видел и суперкрутых ченов, ну и все мы видели, игры в суперченах. То есть, все-таки персонаж-то не бесполезный, но не всегда удается реализовать его на 100%. Ну, слушай, где-то подхилить лишний раз, находясь на другом конце карты Террорблейда, чтобы он успел нажать Сандер, звучит как неплохой план для развития событий. Вопрос в том, насколько это будет получаться часто. И насколько будут влетать в Чена, плюс Глобал. Это, конечно, уязвимое звено. Но есть такая история, что Чен всегда вынуждает тебя возвращаться. Чен-саппорт, который может тоже запушить в соло сходить со своей пачкой крипов. Ему даже больше никто особо и не нужен. Пока вся остальная команда где-то там развлекается, что-то дефает, там, не знаю, Рошана забирает, он может сплетить спокойно. Свои... А сам особо не подставляется при этом. И Last Pick Медуза... Ну вот, ладно. Это Мипа тройка. Да, да? Мипа тройка, все да. Так. И. Ну что ж, талон вновь. Такой не самый обычный драфт у них. Рабочий ли? Все еще вопросы. Знаешь, два раза мы сегодня смотрели на конкретно этом канале Медузу, и она выигрывала исключительно потому, что первым номером играл хардлейнер. Получится ли здесь повторить результат? И если не получится у хардлейнера идти первым номером, как сработает Медуза? Вот это очень интересно будет узнать. Вообще Мипа выглядит как персонаж, который может играть первым номером. Может. Другое дело, что
Там будет довольно активный найн на тимбере. Я уверен, что это будет не фармящий тимбер в лесочке 20 минут. И будет фармящий терроблейд в лесочке. Вот это да. А все остальные будут как раз играть активно. Вот стандартную 4 плюс 1 по итогу мы и выйдем. Смогут ли Талон организовать 4 плюс 1? И тут непонятно даже, кого этим одним-то оставлять. И Мипа хочется пофармить, и Шторм Спирит, я слышал, тоже до двух слотов там хотя бы не горит желанием куда-то жестко подключаться. Ну и очевидно, что Медуза тоже герой фармящий. Ну будет. Будет небольшое окошко, где они смогут понять, остановить этого Тимбера или нет. Когда вот доберется до момента, что Тимбер снова на первой строке по нетворсам, и его никто не может убить, тут, скорее всего, уже развернуть это обратно в свою сторону будет проблематично. Есть история, что вот его сейчас соло загангуют, Шторм будет летать постоянно по линиям, искать через вортексы, через сетки, как-то пытаться цеплять, хотя бы у них сейчас есть опция. Но все равно это, естественно, выглядит пока не так уверенно, как просто бан этого Тимбера. Поэтому я все еще очень и очень переживаю за то, что вот эти попытки законтрить Тимбера оборачиваются провалом для команд, которые это пытаются сделать. Так что сейчас узнаем, конечно, на Мипа. Винрейт у него не самое лучшее, но все-таки они есть какие-то, да, не нулевые. Возможно, сейчас что-то у Джабса и получится получше придумать. Будем надеяться, по крайней мере. Что ж такое? Тимбер еще будет сейчас резать статы этому Мипа. И, в принципе, у него куча АОЕ урона. Так что довольно, конечно, не очевидно все это делать. Но в любом случае, вы, дорогие друзья, наслаждайтесь игрой, а остальное за нами. Например, вот смоки. Они не за нами, они за командами, но тем не менее. Попробует смок на смок организовать, по-моему, только первый за сегодня агрессивный выход прямо на территорию соперника, получается, нам пронаблюдать. Но это на разных частях карты, поэтому они никого не найдут здесь. Просто побегают и обратно по домам. Поставили пару вардецов и поехали возвращаться. Нужно два бонтоса контролировать. Силу света себе обеспечили вард на хайграунде соперника. И если вдруг кто-то с центра попробует к ним подойти, они будут в курсе. Рисуются какие-то планы на мини-карте. Пока не самые очевидные. Возможно, в конце мы узнаем, что это был за план. Раскроют все карты, ребята, и пойдет. Там вот, кстати, вард от силы тьмы. Вот этот, наверное, стоит показать, потому что на нижней линии он прямо под порталом стоит. Туда не часто его отправляют. Это нужно для того, чтобы понимать, что делает Чен. Да. В принципе, я видел, что против Чена блочат даже с интрой вот эти нижние кемпы. Чтобы, ну, малый в первую очередь, чтобы не было возможности у Чена вначале найти себе какую-нибудь гарпию штурмодела и уничтожить линию. Это к тому, что ребята из Талона не халяют эту карту. Мы видим, что они прям на фулл фокуса специфично подбираются к ситуации. И вот эти варды как раз первый к тому звоночек. Так что приятно, приятно такое видеть. Так, ну что ж, вот она линия. Мипа Рубик против Скитера на Террорблейде и Снейкинга на Чене. Нам уже половину пробили. Джабс сразу выгоняют его с линии как можно быстрее. Снейкинг свое дело сработал. И поехали. Ну, пытаются вот этот молниями накидать. Ну, тут, конечно, Снейкинг танкует вперед. Пока крипов нет, будем так разбираться. И что вы нам сделаете? Ну да, тычка у Чена тоже такая довольно увесистая. Ну, приятненько. 58. Больно, больно. Но в любом случае, на первых уровнях, наверное, здесь не стоит ждать чего-то такого невероятного. Вот как появится крипочек, да под метаморфозу, может и уедет какой-нибудь Рубик. Запросто. Центральная линия. Здесь пока все без проблем каких-либо. Пробить, наверное, тяжеловато. Третий уровень скоро у него появится. Реактив армор уже есть. И можно бесконечно с ним эту линию стоять. Вроде бы немножко приоритет есть. Пара-тройка крипов за Микота. Ну, понимаем, ненадолго. Сейчас еще подвышка подразбирается. И, нет, никаких денаев. Да не, ну, в начале, конечно, там 1-2 крипа, они не играют какой-то большой разницы. Не играют серьезной роли. Потому что потом уже вот и руны, потом еще крипочки, вот там уже поинтереснее будет. Потому что сейчас, ну там ладно, одного пропустил, не страшно.
Жить с этим, естественно, можно. Потом мы увидим, что Тимбер делает. Что мы два раза наблюдали за страшным Тимбером со сложной линии. Что будет, если ему еще открыть денежный поток с центра, опытный поток в том числе. Сейчас узнаем. 33-й на верхней линии 7-0. Уже не бедствует пока. Медузка разогналась чуть поинтереснее. Но в целом проблем особых нет. Тут Сайленсер не может ничего из этих проблем сделать. Происходит дебардинг небольшой от Леона параллельно с фармом крипчиков от 33-го. И вроде все спокойно. Гангать без 2-го, 3-го. В идеале 3-го левела. Пока не хочется этого Оли. Вот 3-й у 33-го. Тогда можно попробовать напасть. Какая проблема игры против тройки Дума? В принципе, не очень важно, насколько ты его загнобишь, он все равно свой вывезет. Ну, то есть, ты можешь стараться, выгнать его в леса, но Дивар, Медасик, и к своей там 15-й минуте Дум все равно будет топ-3 по натворству. Гранаты полетели, смотри, там Кью пробует выгнать любой ценой. Ой. И тычечка в спинку. Снейкинг ФБ. Плюс баунти. Линию себе неплохо уже засекьюрил. Хорош, хорош. Деньги приятные. Опять же, можно там и какую-то супербыструю меку сделать, и ботиночек себе взять. Ну, вот что-то из этого, какой-то выбор соорудить. Поглядим. Поглядим. Там еще и Найн баунти забрал у соперника. Ты посмотри, все, все в тундру течет пока что на этом этапе. Вроде бы Микота пока на первой строке по нетворсам. Пока еще не так прям жестко. 3.5 минуты. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Но старт для тундры прям супер комфортный. Вот Шторм с 6-м без артов не очень хочет куда-то идти гангать. А вот Тимбер с 6-м без артов может поразвлекаться на линиях очень жестко. С учетом того, что этот 6-й у него появится одним из первых в игре. Ну, это важный момент. Пока он немножко проигрывает Микота, но не критично. Пачку заберет и доберется до своего 5-го. Возможно, сейчас какое-то смещение будет, но нет. Пока что чисто руны прочекали и обратно на свою линию. Хочется. Хочется получать 6-й. Хочется разгоняться и двигаться дальше. Это, кстати, к вопросу о том, что мы с тобой говорили, что один из вариантов — это уничтожить Тимбера на линии, не дав ему нормально выйти с этой линии. Но на миде это сделать довольно тяжело, потому что вынужден перетягивать сюда героев. Вот и Тимбер получается, что все равно у нас будет относительно хорошо себя чувствовать. Может, какая-то 6-я минута, да, если получится хорошую поворуну забрать для саппорта. Но вижен пока еще есть, так что неожиданным нападением вряд ли ты это сделаешь. Тем более, что сразу кол должен быть с боковушки, что, ребята, саппорта нет. 6-я минута, и мы все понимаем. Вот. Пока не ясно. Пробует на Оле немножко выехать. 3-й левел, кстати, есть уже у Леона. Дум тоже 4-го, поэтому попробовать теоретически напасть на Сайленсера возможно. Но Оли особо не выходит. Что сразу под вышку, через деревья. И даже сам нападает на этого Леона. И похоже, что Леона нейтралы еще догрызут. Змейка полетела, и Сакса не уходит. Да, в итоге чуть поздно оказался в лед здесь. Можно классно, кстати, Оли затыкать. Если перепризвать нового крипа, то там раздвоится големчик. Но Снайкинг в итоге сам отваливается. И, конечно, Раштридеганг некоторый получился. Как-то пришли гангать, в итоге два фрага просто отдали. И причем отдали их Медузе. На секундочку. Это, наверное, самое неприятное во всем произошедшем. Что сейчас Медуза себе линию практически выиграла этим этапом. Да, на первой строке все еще Скитер, 3000 нетворса. У Террорблейда в наличии, он там проблем не испытывает, Джабс, видимо, вообще в лес ушел. И ТБ стоит фри. Но, тем не менее, Медуза ему передышит в спину. Эти два фрага подарочные, весьма кстати. Выходит саппорт в центр. Хороший подход от Леона, который дает возможность немножко разорвать дистанцию Найну. Тут 4 героя, если что, в миде оказался Талон. Очень не хотели этого Тимбера, но не получилось. В итоге расходится ни с чем. Тимбер спокойно сейчас развернется, лестница. И попытка телепорта. Все-таки выход на Скитера может быть обеспечен. Но Скитер сразу под вышку побежал. Понял, что запахло жареным. В результате ТП Микота не принесло результата. Он пешком идет. Ну ладно, хотя бы грипов заберем. Ну это как раз вот то, о чем мы говорили. Что с одной стороны Шторм не очень хочет куда-то выходить. А тут он потратил ТП, время. Если это совсем никак не окупится, Микота будет грустный.
Он уже взгрустнул. Там Вангард сейчас у Тимбера уже в наличии. Восьмая минута началась. Скитер спокойно фармит дальше. И пока, если это время глубоко давить, опять же, но для вас это может быть фатальным моментом. Снейкинг под прикрытием, скитер шестого. Вы сами можете откиснуть при таком нападении. Ну, хотя бы вышку забрать. Может быть, эту сразу глиф. Готовы защищать. Сейчас, возможно, еще ТП будет сверху на нижний лейн. И втроем-то задефают. Там пока нет каких-то желаний рвануть сюда. Можно было уже через портал переместиться. Они просто сами уходят отсюда. Говорят, ладно, берите вышку, мы пойдем вверх фармить. Меняются сторонами. Ну ладно. Дум без ультимейта на шестом. Такой супер на линии активный. Не более того. Какие-то дополнительные опции пока себе отключает, не качая ультимейт. Уверен, что успеет получить седьмой, прежде чем понадобится. Если вдруг потребуется нажимать кнопку Дума. Но, как видим, вообще не пытаются избегать всех возможных стычек. А вот Сакса может найти перемещение. Увидел, что крипчики здесь ставят опс. Дело хорошее. Но нужно, чтобы кто-то подключился. Один, понятное дело, этой медузе ничего не сделает, кроме как может нафидить еще раз. Но этого бы не хотелось, подталкивать Соух прямо к Леону. Но Леон успел разорвать дистанцию, наоборот, чтобы вы не заметили. Ну и по итогу Найн в центре. Против него здесь медузка. Но против него тут еще и команда противника почти в полном составе. Как же они хотят уничтожать! И уничтожают практически этого Тимпера. Неужели он уйдет все-таки на Тимперчейне? Укатывается, но уже его бездыханное тело. Вот это прям супер жестко пришлось. Они позвали медузу, позвали обратно шторма, и таки получилось. Ну так надо делать теперь постоянно. Пока жив Снейкинг еще, тоже тут подсвидел, немножко пытался застанить, но ничего не получилось. Снейкинг никуда не уйдет. И два фрага для команды Талон. Так что тут ребята немножко подфидели. Но на 10-й минуте фармить вражеские леса ближайшие тир 2, это немножко нагловато. Ну такое, да. Даже на Чене как будто выглядит слегка опрометчиво. Хотя и варды вроде имелись. Центр, помню, тот вард под медузу был поставлен. И появляется Мидас на Террорблейзе. Окей. Зафиксировали. Вот здесь мы обращаем внимание, что действительно за Тимбером приглядывают. Уже два было на него выхода, один из которых увенчался успехом. И на топ 33-й пошло страдание жесткое. Ну и все, дальше оно продолжится в доверночке. Вот они вчетвером. Сначала здесь Мипа, на центре медуза помогла. Каждый участвует в этих приколах, но команда Дундра просто закупается мидасами и говорит: ладно, сидим, ребят, фармим, нам нормально. Мы никуда не спешим. Держим оборону. Медуза не такая страшная, если что, с ней в лейде тоже разберемся. Но пока, конечно, вот эти фраги приятны для Талон. Хоть и глобально по нетворсам не сильно перекачивают лодку в свою сторону. Дело такое, что чем сильнее медуза, тем сильнее иллюзии медузы, которые делает Террорблейд. Есть такое. Так что тут, в принципе, вин-вин ситуация. Пока для коллектива Сил Света. Я думаю, так скитеры успокаивают. Ребята, все нормально, иллюзиями выиграем. Еще на 9 уровень, хочет себе Soul Ring добрать. Что маны все-таки не хватает. А Талоны решили недолго думая спушить центр. Они все прям давят через лес, даже Джабс подошел, лишь бы только вытолкать эту линию. Вспоминаю, что на прошлой карте им не удалось таки очень долго ломать. Тут я не помню, так они сломали ее или нет. Но то, что она долго простояла и очень много проблем доставила, это имело место. И возможно сейчас они разберутся с ней на 11 и больше вспоминать не будут. Вот и вроде бы 5-1 счет, и вроде бы давит своего оппонента Талон. Но первое место по нетворсу Doom, второе место по нетворсу ТБ. Найн сейчас тоже подберется после этих стаков к топ-3. И вот все вот эти действия от Талон, которые были направлены на то, чтобы деструктуризировать команду противника, они пока не то чтобы очень эффективны.
А это куча стаков пришло в карман. Сейчас, возможно, просто... Ну, никакие дистайминг, если бы они до стаков это сделали. А он еще на Тимберчейне улетит. Снейкинга заберут, но это, естественно, не то. Хотя Найна, Найна могут заметить. Тут поддержка пришла, Леон на развороте, готова вырываться. Маны маловато у Микота, но на Вортекс успевает хватить. Чакрам ворованный, Атос пошел, приходит. Мипа начинают избивать. И даблкил для Микота. А вот это уже поинтереснее. Зарезан своей же пилой практически был Тимбер. Ну и да, вот после этой драки вырывается у нас в борьбу за первое место Шторм Спирит. И опять же интересно, что он будет дальше собирать. То есть будет ли это быстрый оркид какой-то в супер жесткую агрессию, либо мы увидим более сейвовые артефакты. Потому что здесь в какой-то момент и Линкин Сфера не помешает, например. И всякое такое. Но пока вот пытаются уничтожить здесь Дума и справляются с этой задачей безо всяких Опа, проблем. Опа, подворовал себе Думчик еще. Но зачем его кастовать было, правда, не совсем ясно. Не ясно, зачем скастовал, да. Там просто КД примерно столько же, сколько длится сполстил. Это он не подумавший, наверное, да. Нарак, типа, ребята, у меня Дум нажал, такой, типа, ой. Смотри, что могу. Да. Покрасоваться. Неприятно, неприятно. Может, успеет еще разик нажать где-то. Но, тем не менее, пытаются осаждать. Работают по линиям. Боковым тоже не забывают. Вспоминают про Дума. Осаживают его. Но у них все равно пока еще нетворцы в плюсе. Медуза нагоняет. 6500. Как видим, стаков пока не так много себя загробастало. Хотя и иншей вроде бы забирали. И смог атака теперь уже от тундры, которая попробует остановить либо медузу, либо шторма. Но тут уже кого найдут. Тундра понимает, что несмотря на адекватный фарм, хочется делать какие-то активные действия, а пока получается только видеть Думу во всех возможных ипостасях. Но вот на развороте докопались до Рубика, можно палец в него засадить, так и происходит. Есть первый стак пальца для Леона, размен какой-никакой произошел, но опять же, такой размен в плюс для Талон. Приятно. Но чуть поприятнее. История, что все-таки второй непрост в команде это Дум. Он только вышел с таверны и снова туда ушел. И очень много времени теряет. И теперь это выигранное окно для 23-го, который продолжает фармить. 7200 все еще не обгоняет этого Дума. Но уже где-то какой-то потенциал. Плацдарм, не знаю. Взлетная полоса, скажем вот так. Попытка полоса прыва. От Шторм Спирита пошла. Взлетел. Довольно плотно под глобал. Расчехлили Террорблейда вообще без шансов. Мана у Микота, правда, маловато. Но тут уже и Джабс в бэклайн заходит. Аннигилирует Чена. Ну и, конечно, Талон сейчас играют очень темпово. Здесь больше вопросов, знаешь, наверное, к Скитеру. У тебя Мидас. Зачем ты идешь пушить под метой на 14-й минуте Т1? Можно пушить крипов. Да, можно... Сейчас он в таверне сидит еще 10 секунд, Мидас не работает, фарм не работает. И Медуза уже вторая строка. А, да. Ну, можно пушить крипов, а можно смотреть финал Riot Masters на закрытом попстомпе в Москве, благодаря партнерам нашим. И что нас там будет ожидать? Стримеры, тематическая еда, турниры один на один. И еще куча всяких активностей. Так что, чтобы поучаствовать в розыгрыше инвайтов на попстом, переходите по баннеру в описании и почувствуйте себя вин. Огонь. Согласен. Ну вот это... Хочу опять на попстом. Привилегии москвичей эти ваши. Надо попробовать. Может, вдруг я смогу попасть. Снейкин, кстати, тут попал тоже. Только в таверну, к сожалению, для него. На развороте, возможно, что-то и предприму. 33-й прилетел на поддержку, но дальше подниматься на хайграунд не стали. Вижена не хватает, информации маловато. Вот Найн телепортируется в центр. Возможно, собравшись вместе, что-то предпримут. Потому что пока не чувствуется. Последняя строка, ребята, по нетворсам. Это надежда команды Талон, что здесь Тимбер не станет такой проблемой, как в предыдущих матчах. В предыдущей карте конкретно этих двух коллективов и в прошлом Best of 2. И, наверное, на других трансляциях тоже этот Тимбер уже многим насолил. Так, ну а здесь, кстати, встреча многострадального Дума. Рисковали найти, но с другой части карты падает Сайленсер. И Найн... Куда полетел он искать Саксу хотел, но не нашел. В итоге поднялся на хайграунд. Здесь опять вчетвером избивают. Есть попытка стана, но похоже, что это не спасет. Даже люди Скитера здесь никак не выручат своего товарища. И Найн пока не оправдывает такой уверенности на Тимбере в него.
пока еще у него все прискорбно. 7400 на 1500 практически отстает уже от даже не прямого конкурента, а уж Джабс Мипа, это хардлейнер. Опа. И снова нашли глобал. Добить? Да есть. Так в процессе. А где урон? Санчик на развороте, подхил, привет. Почему-то не поддержали товарища. Не хватило. Не хватило дэмэджа. Не хватило дэмэджа соло у мипаря, больше никого здесь просто и не было. Мне кажется, он такой, да я сейчас я все сделаю. Но как-то вот не случилось. Слишком поверил в себя, но творцы не то чтобы прям заоблачные, 8700. Там, видим, 9800 у Скитра, они сразу поверили в себя и готовы идти ломать Рошана. Должно получиться чуть побыстрее, чем на прошлой карте, где они этого Рошана отдали. И что еще есть? Вот он, врыв 23-й, побежал, Стунгейс, нажимаем, и кто-то тоже запрыгивает, Вортекса кого-то цеплять, это Сакса пойдет, можно разобрать его. Хотел, ну, Дум на Медузу, а что боимся от Медузы, непонятно, тем не менее, врыв от Найна есть, никого пилой не подцепил, прыгаем обратно. Никуда мана заканчивается, там деревья, и сейчас большие проблемы могут быть у него, но Медуз продолжает стрелять, даже Дум ее не испугал, и в итоге страдает команда Тундра гораздо больше от оспа Найну и сеточки. Пока-пока, Найн. Да, Микота смог уклониться боллайтнингом от завершающего удара Тимбера. Там прям прокаст качественно летел. Но, опять же, вот это момент, в котором Тундра проиграла игру, как говорится, да. Я думал, как бы это переиначить, и решил, что не стоит. Можно так отдать. Ну слушай, я все еще задаюсь вопросом, какова эффективность Дума в уже сультившую Медузу? Как будто бы нулевая. Мы в принципе, это на практике убедились. Ну, опять же, если у Медузы включен щит в этот момент, а он как бы всегда. Да, он как бы не подключается. То как бы нет смысла никакого. Ну, до кого дотянулся, видимо, уже там такая идея была. Сакса. Может быть. Сакса. Сакса. Ну, видимо, он... Ну да, там много было здоровья у Шторма. Не хватило бы пальца, скорее всего. Вот, ребят, мы как бы не зря шутили про мемы, что 33-й сейчас на Думе будет играть. Еще до стадии пиков это обсуждали. Пока все сбывает. 4-15, 6к перевеса за талон. Они уже никого не боятся. Здесь забирают иншей врага, находят Найна снова. Он пытается выжить. Тут сетка раз, сетка два. И Медуза стреляет в спину. Возможно, подсейв какой-то у 33-го, но нет. Никакого подсейва не будет. И Найн только вышел стаберно обратно туда же. 7-800, его Рубик скоро обгонит. Крайне непросто. Там аганим есть у мипаря. Я думаю, что мипа, кстати, не погнушается сам себе купить шард, если еще не купил. Шард на мипаре тоже крайне силен. Да, он хочет себе шард, вот после даггера как раз. Джабс реально может эту карту на своих могучих 8 плечах вывести. Ну слушай, здесь все молодцы. Не скажу, что прям жестко Джаб соло. Он там сам немножко подфидил один раз на верхней линии, но исправился. 23-й тоже уверенно себя чувствует, не боится в гущу врагов забежать, в рошпи там проверить, прощекать лицом, принять дум и двигаться дальше. Микота, нормально, поехали. 33-го ловим. Дума у него. Дум, кстати, есть. Будет ли нажимать? Дум... Нет, глобал, поехали вперед. Дум не нажат. Просто улетаем отсюда. Там уже пришла подмога. Это мог быть проблемой. Глобал шикарный тайминг просто получился, потому что уже замахнулся 33-й на Дум. Но вот мы видим, что не случилось. В итоге это минус Леон как минимум. Джабс начинают гнать на развороте. Влетает Найн. Говорит, ребята, я хочу реабилитироваться за все, что было со мной до этого. Но на Найна уже прилетает Микота. И Найну крайне неприятно. 23-й идет вперед, стреляет неистово. Нужно аккуратно отойти в эту сторону спирита, потому что его могут здесь завалить. Есть Хекс, Рут, тычки на развороте. Джабс получает много урона. Сандер по нему был скастован. Форстав есть, его не забрать пока что. Найн не может подняться на хайграунд и вынужден пилить тех, кто рядом с ним находится. Джабс, тем не менее, все равно очень хочет потерять Аегу. Справляется с этой задачей. С собой никого забрать, правда, не получается пока что. Но есть прыжок дальше на Найна. Попытка прыгнуть дальше на Найна. А там Микота на фулману влетает. Оп, ловит. Сакса. Ставит Хекс. И Микота, гранатка еще. Тут, то есть, Найна тоже испепелили. Микота жив. Как же они чувствуют
И погоня за Саксой. Джабс прыгает, план перехват. Сетка полетела, но не дотягивается. Попытка телепорта может быть, но нет. Саксу отсюда уже не должны отпускать. Прилетели мипари, атосы, сетки. И это еще один товарищ в таверну. 19-й фраг. 9к перевеса за командой Талон. И прям очень больно избиение происходит. Что Тимбера, что всех остальных. Кью там себе подстилил на мега киллстрик фраг. Говорит, ребята, мне на сундрички. Все нормально. Они дальше идут драться. Посмотри, они только вроде успокоились, но снова врываются. Может быть, Снэк Ингл цепить. Там вперед, план перехват дальше от шторма. Он скитера находит. Но есть цели попроще. Снэк Инга загрызли. Его крипов туда же. Знаю я, что тундры хороши в лейтгейме, но тут противник не даст тебе выйти в лейтгейм. Пока это выглядит именно так. Сейчас терзателя заберут, запушат. И нормально. Ну что, Аегис... Единственный минус, наверное, что Aegis отдали не в размен за вышки, а в размен именно за какие-то фраги, за погоню. За это Т2 как будто еще стоит с центра, снизу. Ну, я думаю, успеют озаботиться. Первый Рошан не самый требовательный к вашим действиям. Вот со вторым уже хотелось бы стучаться в хайграунд. Здесь еще и руна волшебства для Микота. Приятный бонус. Как же, конечно, печально быть Тимбером в этой игре. Он там сражается за шестую позицию с Рубиком. Который так-то саппорт, а ты так-то мидер, даже не тройка, мидер. Да, это прям супер груз. 8 тысяч на дворца, вот тебе и обратная сторона Тимбера. Ну, не сказать, что его прям жестко захейтили. Его пару раз выходили, а потом он что-то сам начал приколы показывать. В это время за Глобал забирают на Т2, Леона уже убили, остальные вроде бы успеют уйти. Или цеплять готовы. Там Миба прыгает. Находится Снэк Кинга. Врывченко. Дум полетел по Мипарю. Спасибо большое, Мипарю. Отошел. 33-го убьют туда же. Микота полные руки свободы. Говорит, внутри Дума больше нет. 33-го разберем. Минус 3. И такое ощущение, что сейчас Тундер просто от бессилия могут гудгейм написать. Хотя Скитер еще вроде бы по Нетворсам держится на раунд. С минутом 14. 1015. Справедливости... И Дум снова сворован, да. Да, да, справедливости ради, Дум в Мипа это акт отчаяния, на мой взгляд. Ну, я так понимаю, да. Это же он и говорил, ладно. Раз уж я в Медузу давал, то почему бы и нет. Найн снова погибает, но это уже, видимо, тут разменная монета осталась. Где бы тебя не подцеплял Мипарь, ты уже не уходишь. 1900. Золотых сверху подзаработали. Единственная цель для Думы, по большому счету, это Шторм. Но Шторм, в принципе, практически не появляется в драке, пока не увидит, что Дум уже отдан. Есть такая история. Ну, можно еще Сайленсер как-то тоже цеплять до глобала в идеале. Можно Рубика попытаться, чтобы он не наворовал у тебя что-то, Дум, знаешь. Он не соворует Дум, если он будет под Думом. Такая тоже опция есть, но пока цели для этого ультимейта... Реально не самое комфортное. Поэтому бедолага на 33-м пытается хоть что-то придумать. Тундра цепляются за эту игру всеми возможными способами. Другое дело, что способов этих у них все меньше и меньше с каждой минутой. Потому что свободного пространства для фарма остается с гулькин нос. И ну тут как бы тебя просто давят. 17 тысяч. Это очень много на 25-й. Это прям перебор, с учетом того, что там у вас еще два мидоса, и все как будто бы супер фармить должны с кучей денег. Еще и Дум у вас в поле есть. Находят, помнишь, да, историю с Клинксом? Находят Найна, только тут руна невидимости была. Цепляют, Рубик поблизости, а значит не должен пускать. Телекинезис пошел, и еще немножко фрагов для команды Талон. Это идет аннигиляция просто Тимбера, чтобы неповадно было. Нормально получилось забалансить винрейты. Ну и Медуза начинает пробивать потихоньку. Ну, Дума снова убили. Да. Хоть Дум не отдал, уже хорошо. Спасибо. Что, по всей карте будут просто убивать людей? Безнаказанно. Любой, кто высунется хоть чуть-чуть с хайграунда своего, будет так вот отправлен. Микота выцеливает, Джабс тоже там не щадит. Это позволит Дейз Т3. Да и есть ли смысл куда-то уходить отсюда? Вот вопрос. С одной стороны, там крипскипит Чен, конечно. Но следующая пачка, тем не менее, идет. Чен даже не столько крипскипил, сколько фармил там сайды.
в лед от Микота. Идет Микота, порезали немного. Микота не стесняется абсолютно ничего, хотя маны у того остается уже крайне немного. Здоровье тоже теряется, но еще половина есть. Вынудили нажать Hand of God, отогнали тут же Stonegaze и спокойное отступление. Бросаться в погоню как будто бы некому, но могут попробовать Тимбер отправить, который сразу может умереть. Скитер под формой, смолки все-таки хотят развернуться, знать, что Стоунгейза нет, глобала еще минуту нет, и кого-то можно зацепить. 23-й телепорт в опенфилде практически нажимает, его находят, но нечем сбить, и он на базе. А он, погоди, да, на базе. Как? На нижней части. Кай. Неприятная ситуация. Ух. Но с другой стороны, Талон тоже не добились нужного для себя исхода, они не смогли спушить сторону. Там милишный барак стоит, ренджовый вроде бы тоже должен был стоять, но это не точно. В любом случае, вот сейчас прием Снейкинга может случиться, хотя на развороте шлепнуть быстренько Рубика. Контакт. БКБ, кстати, понимаю, взял себе сторону. Разрозненное. БКБ. Пойдет. Прям неплохо так ударили на развороте, реально не смог, нажали, пошли давить, давить, давить. Додавили до Т2, нашли себе фраг. Но сейчас Талон нужно просто дождаться ультимейтов, больше в соло не подставляться, потому что отряд поисковой уже вышел из тундры. Они должны отправиться на двоечку у силы тьмы, найти какую-нибудь медузу, например. Но все-таки побоялись идти дальше. В итоге все фармят безнаказанно со стороны Талон. Потеряли саппорта, не страшно, он скоро вернется. Там как раз появится еще и Рошан, они его, наверное, прочекают. И вот от второго Рошана уже можно пытаться что-то и проворачивать. Там появился даггер на думе, чтобы тому было несколько удобнее искать нужную для себя цель. Если это поможет, будет хорошо, потому что все еще, на мой взгляд, есть шансы у Тундры. Если задумать вовремя, Шторм Спирита, быстренько его забрать, то дальше уже можно будет более комфортно себя чувствовать. Это было бы весьма кстати к следующему тимфайту, но вот пока не ясно где. Вот, Рошан встал, 23-й, зацепил информацию. Они и готовы его забирать? Они не туда идут. Не, ну они технически, они могут идти туда, если они убьют Мипаря. Но Мипарь уже пуф-пуф-пуф, и его здесь нет. Они же просто не успеют теперь на Рошана вообще никак. Да, у них ноль шансов успеть на Рошана. Возможно, они надеялись, что как раз кто-то фармит вне Рошана, а на Рошана мы в принципе не пойдем. Но это такая потеря времени большая. Плюс сыр, плюс Аегис. Все уходит Джабсу, такое ощущение, говорит, только живи, брат. Ну ладно. Нет, сыр отдали 23-му. Резкий телепорт на низ, и здесь они Найна могут подцепить. Оля уже парит. Перемещение увидел. Опа, здорово, прыжок. И Найн умирает. Ой, пытается вот он на себя подсейвить хоть как-то, но кто же тебя даст подсейвить? Никто. Нет, это не тот тимбер, которого надо пилить 30 секунд и половину здоровья ему только снять. У него нетворцев, как у Сайленсера, это да, реально. Да, да. Это фиаско, скажем так. Да, ну, родимое. Снейкинга рассекретили как минимум его зоопарк. Самого Снейкинга, наверное, здесь не взять. У него есть телепорт в случае чего. Можно как раз телепортироваться между ручек скелета. Но он ждет его, смотри, он прям на уверенности, что его здесь не найдут. Скипнуть пачку хочет. Возможно, еще скипнуть пачку, да, и чуть-чуть время задержать. Но три линии сейчас могут начать пушиться, и тогда одна пачка тебя не то чтобы сильно много выиграет. Ой, ну 20 тысяч на 30-й. Ну, с другой стороны, опять же, мы последнее время практически не говорим о Terror Blade, а о нем стоит поговорить. У него нетворс все еще один из самых высоких. Он только что приобрел себе бабочку. И в целом, вот ему добрать себе БКБ не лишним было бы все еще, на мой взгляд. И дальше уже можно пытаться разваливать. Понадеяться можно, конечно, но от одного ТБ тяжело построить. Мидера, считаю, у тебя нет. У тебя есть Думбра запас, который выдаст ультимейт, немножко аур там накидает. И на этом история его закончится. Здесь Мипарь, Шторм и Медуза. Три цели, которые могут сами по себе представлять угрозу.
Мы смотрим, как получится сделать понта. Поехали. И врывается Микота. Глобал понеслась. Могут наваливать сверху. Знают, где 33-й. Но Дум пока не прожат. И на развороте БКБ сейчас закончится. Стоунгейс активируется. Еще и змейку откинул. И убегаем. Но вообще ничего так-то не сделали команда Талон. Это... Немножко попробивали. Очень хорошая защита. На многое что развели. И теперь сами в смоках. Ну, это довольно читаемо. Но если кого-то поймают, будет классно. Было бы неплохо. Но в прошлый раз получилось. В этот раз уже Талоны должны быть чуть более подготовлены к этому моменту. Но выходят в другом направлении совершенно. Отправляются центр зачищать. И этим можно воспользоваться, фармить себе дальше. Аигс все еще действует, поэтому можно снова протолкнуть линию нижнюю и попытаться напасть еще раз на хайграунд, пока у вас есть такая опция. И Тундра, ну, может сама немножко пофармить. У них есть пока две линии более-менее свободного перемещения. Но такое ощущение, что сверху сейчас начнут закрываться клещи. Джаб сюда бежит. Любого, кого найдет, может разобрать. По идее, один на один. Там очередной гвоздь в крышку гроба Тимбера вбивает Медуза, собирая себе Сильвер Эдж. Опа, Найн, привет. Телепортируешься один тут? Сейчас будет 5. Пытается еще как-то пожить, но тут еще и пришел Шторм, чтобы наверняка. И забирают. Вот так вот. Грустно, невкусно. Но как есть. Здесь, опять же, мы видели, что в целом от ХГ можно пытаться играть. Но вот развести на одно, второе, третье, выиграть для себя немножко времени. Ну вот как дальше действовать? Конечно, вопрос там интересный. Там уже Мипа на базу прыгает. Ты посмотри, саппорты какие-то у вас были. Микота полетел под глобал тоже ловить. Снейкинга нужно догрызать. Но понял, что опять урона не хватает. И все же отступает. Но за это время сломало Медуз Д3. И бараки начинают тоже потихоньку падать. Есть глиф. Зацепили вновь Леона. Дистанционно Саксу пробили довольно плотно, но не фатально. Ну вот кому ворваться-то? Кому ворваться, чтобы сделать такого, чтобы не терять свои строения? Они просто ходят туда-сюда и не понимают, как им ворваться в противника. Никак уже, видимо, тут залетит мипарь. Поехали, мега мипов, вперед. Работаем и уходим безнаказанными абсолютно. Аегис так и не был реализован, как, точнее, выбит. Реализован-то он как раз был. И спокойно разворачиваемся. Новая попытка смоук вылазки, как у них это было один раз успешно сделано. Может быть, что-то и выйдет. Алибарда вот на думчике появилась. Возможно, Медуза бить не сможет. Но раз за разом пытаются Тундра кого-то найти в смоках. И далеко не всегда удается это сделать. Забирают руну иллюзий. Спалились, скорее всего, на этом, потому что там вардик стоит у Дайр. Найн идет вперед. Пытается найти противников. Противник уже в зоне безопасной. А Ига заканчивается, уж успели отойти, да, под защиту вышек, и отдыхают. А, ресетнулись, глобал откатывается через 5 секунд, встает терзатель, можно забрать его, и новая попытка, но они решили даже терзателя не забирать. Просто пойдем снова кого-то искать, видят в центре Найна, и сейчас успеет ли за ним прыгнуть Шторм. Шторм успевает, но нужна поддержка. Подкоп, тоже неприятный лотос. Хекс в лотос. Все в лотос. Ой же бешеный урон. Они просто нас игнорируют. А что им сделает соперник, пока они в лотосе? Да ничего. Можно в лотос все что угодно кидать. И не бояться быть за это наказанным. Нет байбека у Тимбера. А даже если бы и был, стоило ли бы этого бояться? Вопрос. Что? Дум в три... Ой, в джабса прыгают, приходят остальные мипари, начинают избивать 33-го. Воровный чакрам, Дум пытается хотя бы на форсике уйти, его телекинезом ловят. Тут же Медуза начинает замораживать в камень. Манта, подкоп, минус Дум. Я предполагаю, что Тундра готовы будут скоро принять исход этой карты. Но сражаться нужно, все-таки не зря же фармил этот террорблей бешеное количество времени. У него по-прежнему топ-2 на Творс. В лед от Микота шикарный с гонимом. Притяжка. Подкоп сюда. И кажется, зря он фармил. Ноль тычек смог сделать террорблей. Да. Стеклянная пушка получилась. Гага. Good game. Я интересно посмотреть, сколько у ТБ у робота-героев за карту. Ноль. Мне кажется, там, да, исчезающе малое количество дэмэджа.
Ну, супер, все плохо, конечно, пошло, начиная с фазы линий, начиная с этого концепта, что мы попробуем в два мидаса поиграть, начиная с того, что Тимбер отдали Найну, у него ничего не получилось. В общем, прям три провала из трех, какие могли допустить Тундра, они допустили. Ну, это 1-1 все равно, суммарно, как бы... Не так уж и плохо, но мы помним, что глобально они уже на один поинт отстают, потому что проиграли первое Best of 2 для себя. Еще 5 Best of 2 есть, чтобы ситуацию исправить. Будем надеяться, что выводы были сделаны. Ну, опять же, Тундра, мне кажется, по ходу турнира все-таки прибавят немного. Стоит лишь забанить Дума. Как минимум, да. И, возможно, вот отдавать Тимбер 33-му, а не Найну. Но, с другой стороны, здесь молодцы Талон, что они вот именно так сыграли. Они действительно очень много внимания обращали на этого Тимбера с самого начала игры. То есть вот 4 персонажа в миде стакаются для того, чтобы забрать Тимбера. Не так часто это увидишь. А там прям вот на верочку почти всех туда стягивали. Даже Медузу звали. Здесь не поспоришь, что ребята прям специфично работали. Еще стоит отметить, что это все началось не просто, помнишь, мы вард, про который рассказывали, что они прям жестко начали выступать, прям еще до крипов. И здесь это оправдалось, окупилось, и ребята забирают себе этот поинт. Суммарно у Талон становится, что там, 3-1 получается по группе. Неплохой результат первого дня для них. Будем смотреть, как дальше получится, потому что вот та самая история, где у Медузы не было жесткого авангарда в виде Тимбера, который выигрывает все этим файты за нее, а Медуза исключительно бьет по вышкам. Ну, кстати, урон по героям 25 тысяч. Да, нормально. Я подумал, я не понял, откуда он его взял, если честно. Видимо, размазано где-то по всем было. Ну, иллюзии Медузы настреляли, разве что я другого не имею. По Мипарян там сколько-то настрелял еще. Ну да, 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 Мипари, наверное. Но тем не менее, опять же, ноль шансов. Тут и БКБ обязательно тебе нужно было в какой-то момент забирать, и дэмэдж нужен, и плотность нужна, и все-все-все нужно. И вот на все-все-все не хватило ни времени, ни денег, ни возможностей по итогу команде Тундра. 0-11-1, Найн. 0-11-1. Я у мидера такого КДА не видел, мне кажется, практически никогда. Ну, получается, Найн первый. 0-11. В этом плане. Ну, что поделать. Это, знаешь, шутка про герой 007. Да, вот не пошла игра, бывает. Ой. Но здесь, на самом деле, все КДА вот такие вот бешено страшные, потому что... Талон просто в какой-то момент пошли по всей карте уничтожать своего оппонента, и не было этому ни конца, ни края, пока ГГ не было написано. Здесь все удачно получилось. Кстати, можно еще раз вернуться. Вот мы видели Сайленсера от Мипошки, и вот Сайленсера от Толи. Специфика пика соперника в том числе, конечно, стоит учитывать, но тем не менее, этот Сайленсер как будто бы в разы эффективнее работал. Здесь глобал был супер полезен. Идеально чувствовалось вот эти моменты, когда соперник пытался, и прям Оли красавчик. Он, по-моему, что на Рубике на прошлой карте. Здесь Кью, кстати, играет на Рубике. Что в прошлый раз. О, у нас есть заветные клипы. Давайте смотреть. Да, это Play of the Day. Те хайлайты, которые вот запомнились больше всего. Это у нас Liquid Aster. Тут какое-то бешеное мочилово. Ревейдж туда полетел, я так вижу, вот он тот самый Тимбер злосчастный, его ну, тоже здесь как смогли разобрать. Как же его разобрать. Тут распополамило бедного. Ну, снэпка на 20 тысяч неплохо настреливает, и туда же Рошана. Так, выбор полковника Сандерса. Полковника, да, у нас здесь... Сандерса. Ого, а что тут интересного? Курьер умер. А-а-а, это тот момент. Мега хороший момент, да. Я бы тоже выбрал полковник Сандер, здесь красавчик. И мега подсейв. Это было, кстати, у нас. Подсейв IQ. Засейвил. Сейв of the day, все так. Все честно. О, это супер мем, конечно, получился. Талоны, тем не менее, не растерялись. Видимо, на второй карте смогли все-таки развернуться и дать бой Тундре. Мемы мемами, но поинт заработали уже неплохо. Ну, красиво, красивые хайлайты. Liquid Aster, вот у них
У них в плей-ине было сражение, у них здесь продолжается это сражение бесконечное. Наигрались, наверное, между собой уже, но и вот показали, что сражения каждый раз с хайлайтами происходят. Хотя, возможно, там последняя игра была, где Liquid уже те часов начали пикать, игра, которая ничего не решала. Здесь вот уже ребята понимают, каждый поинт на счету, каждая победа в этой группе, это прям этот на вес золота может оказаться. Поэтому нужно выходить в зеленую зону, попадать в плей-офф и выигрывать себе 5 миллионов долларов за первое место, естественно. Ну да, здесь все-таки, в отличие от плей-ин стадии, ты сразу после группы вылетаешь. У тебя никаких десайдер матчей, ничего такого. Две команды с каждой группы, они все, откисают. Извините, простите, надо было играть лучше. Ну как откисают, слушай, вообще, как бы уже сколько они заработают, получается, 100 тысяч, по-моему, долларов. Но справедливости ради там можно заработать в 50 раз больше. Есть такая история, но ничего не поделаешь. Дальше мы будем наблюдать уже следующим игровым днем, дорогие друзья, поэтому, к сожалению, все хорошее подходит к концу, и мы тоже немножко заканчиваемся. Спасибо, что смотрели. С вами были Владимир Дабл Ди и Александр Ланигира. И не забывайте фолловить канал, потому что именно здесь, на протяжении вот до 30 июля, получается, там будут все вот эти ариат движухи, и чтобы не пропустить результат, нужно быть зафоловленным и на канал, и на телегу, и на все-все-все. Поэтому все в ваших руках, друзья. Мы прощаемся. Всем пока.